Сегодня на Ямале ковид подтвердился более чем у 2000 ямальцев. Медики отмечают, преимущественно жители округа переносят коронавирус в легкой форме, много бессимптомных случаев течения. Чтобы снизить нагрузку на амбулаторное отделение, в ямальских больницах организован дистанционный прием. На 2-6 дни болезни врач связывается с пациентом по телефону, узнает о самочувствии и корректирует лечение. Также пациент всегда может сам позвонить врачу, его соединят через колл-центр 122. Напомним, в Губкинском колл-центр развернут в отделении «Единой России». Ежедневно с 8 утра до 8 часов вечера там принимают звонки волонтеры. В основном это вопросы вызова врача на дом, это результаты ПЦР-теста, где можно поставить вакцину, также как можно получить лекарственный набор человеку, который заболел ковидом, и вопросы, касающиеся больничного листа. Сейчас звонков поменьше, что нас не может не радовать. В первые дни работы колл-центра было достаточно много звонков, около 120-130 точно. Добавим, с 6 февраля изменился порядок выписки пациентов с коронавирусом. Если с начала болезни прошло более 7 дней, для закрытия больничного ПЦР-тест не требуется. Если лечение длилось менее 7 дней, для закрытия больничного необходим один отрицательный результат ПЦР-теста. Тест могут взять не ранее, чем через 3 дня после получения положительного результата на COVID-19.